14-летний Сережа Панков абсолютно незрячий. Ориентироваться в окружающем мире ему помогают слух, обоняние, осязание. Вместе с другими особенными детьми Сережа пришел на выставку, чтобы в прямом смысле этого слова прикоснуться к искусству. Очень хорошая выставка, отличные идут картины. Можно реально почувствовать и на ощупь. Выставка «Искусство на ощупь» является социальным проектом. Она уже успела побывать в Киеве, Житомире, Луцке. Сегодня ее впервые презентуют в Харькове. Наряду с картинами, написанными маслом, были представлены и работы из дерева, которые позволяли незрячим ребятам ощутить картины на ощупь. Помогало в этом и аудиосопровождение с описанием работ. Посетители выставки смогли попробовать еще и свои силы в специальных упражнениях по складыванию пазлов. Эта методика, по словам организаторов, помогает детям развивать кругозор, учит пользоваться своими чувствами и ощущениями. Барельефы, которые позволяют людям, которые лишены возможности видеть картины, их ощутить на дотаке, кто кажет, и прикоснуться к прекрасному, к искусству, расширить свое сознание. Кроме того, здесь есть мастер-классы, которые сопровождают выставку. Это и создание общей картины, и собирание пазлов по мотивам картины. Эта экспозиция – результат труда нескольких лет, признается Сергей. В среднем на создание одной работы в живописи у автора уходит около года. Еще около месяца на воплощение в жизнь с помощью специального оборудования ее деревянного аналога. Но самая главная заслуга выставки, говорит Сергей, в том, что его искусство может не только радовать, но и помогать развиваться. Просмотреть как зрячий, так и незрячий может на этой выставке. Поэтому я не ставлю никаких ограничений. То, что с детьми я работаю, да, то есть им это интересно, их это вдохновляет, то есть есть позитивные вопросы в развитии ребенка, поэтому и продолжается этот проект благодаря тому, что детям это нравится. Посетить экспозицию все желающие могут до 8 ноября. Вилен Мода, Владимир Борах, агентство телевидения «Новости».